На улицах Лос-Анджелеса появилась гигантская желтая кошка. Усы и 4 колеса. Местная зоозащитница сделала из грузовика передвижной кошачий приют. Внутри автомобиля место для 50 бездомных кошек. Их находят на улицах, иногда прямо по пути следования машины. Моют, прививают, стерилизуют и помещают под кожу микрочип. Каждое животное полностью готово к тому, чтобы перейти к новому хозяину. Кошек, котов и котят отдают бесплатно, но при желании можно приобрести прямо здесь питание и игрушки для питомцев. Всю прибыль обещают перечислять в другие приюты Лос-Анджелеса для кошек. Я надеюсь, что когда жители Лос-Анджелеса видят эту кошку на колесах, они подумают, что неплохо было бы взять котенка к себе домой. Ведь на улицах нашего города много беспризорных котят. А тут даже не надо будет никого искать. Просто зайдите в нашу машину и выберите себе питомца. Благо тут они на самый разный вкус.